Кирюх, я это готов. Это то же самое, что спекнуться в демона, сделать себе чарку на пушку, понял? Угу, я понял. Потом обратно спекнуться следит. Миша, ждем, Миша там релогается, у него пингует. Миша, ты заебал меня нахуй, ну что ты хуйню мучаешь? Это ты заебал, алкаш ебаный. Нахуй. Да ебать, Кирюха, нахуй, ну так совпали звезды, блядь. Че ты это начинаешь, блядь? Пацан приехал, говорит, давай, говорит, колеса поставим тебе в гараж. Говорю, ну похуй, давай поставим. Пока Миша релогается, Био, отскочу минутку. Давай, я тоже, можно, да? Походу, вы не те колеса поставили, блядь. Бать, ну мы колеса поставили, ну и что-то пиздано. Походу, накидались колесами. Ай, блядь, хрюкать даже начал, ебать, нормально, хули. Пинг 7, у кого меньше, блядь? Пинг минус 5, нахуй. Давайте подумайте, что будет, если будет минусовой пинг. Будет холодно. Не. А если минусовой, то это еще лучше, чем сервер. Минусовой пинг, это получается гости из будущего. Чё там, ебан? У меня 60 нахуй пинг вообще похуй. Да, печально, те три дня не выпало, вообще пиздец. Да похуй вообще. Мне вообще сейчас похуй. Ну у тебя 50к хп хоть есть. Я ее выбивал, у меня 47 было. Потом. Бать, я дрюля 13 без этой три не 60к нахуй. Угу. Урал, блядь. Жесткий друль. Вообще пиздало. Я еще Лока нахуй прокачаю, я ебал нахуй эту всю хуйню. Я, блядь, Локом, блядь, этим нахуй, Дестриком, блядь, уже 5к ДПС нахуй выдаю в фамильках, ебать. Ну так и должно быть, типа, 200 шмот и все нормально. Лок в нашу Локи нихуя не выдают. Если профы есть, если руки. Нету есть. Проф, я только портяшку вкачал одну. Сейчас инжу, кузнечку, югу нахуй, пизда она. Ну Локи ДК они в говне сейчас дают нормально. Если играть умеют. Хули я нахуй, тыкаю там кнопку. Если говорят ШП, хуйня, типа. Блять, тоже 200 был, 5к ДПС уже было. 230. Так, Миша, Миша зашел, где да. Этот секонд? Сейчас буду. Секонд хэнд, ты где? 20 секунд. Давай, давай, братишка, я тебя жду. Так. Я загружаю клиент. 87%. Проверяйте фласки, хуйски. Миша, шута опять вылетел, куда, бля? Миш, ты заебал, ты что задрачиваешь нахуй Кирюху, блядь? Я тоже. Миша здесь? Напиши в этот диссер сейчас. Вась. Слышишь, Sailor Moon, ты когда Вов начнешь стримить? В смысле? Я стримил вот так. А? Че? БК почем? Не пошло? Я БК стримил. Я говорю, и шо, не пошло? Да, почему? Пошло? Да, так. И, короче, я не знаю, я зашел в игру. У меня все висит, ничего не прожимается вообще. Вася, да хуйня делов, ебать. Я смотрю, что пишешь в чате, я вообще нихуя не вижу. Там все расплывается, ну. Тут не просто. У меня так. Я то же самое? Лаги, но я говорю, я захожу, мне просто ничего не жмется вообще. Четвертый раз перезашел. Если бы лаги, блядь. Это смотри, это обнова Windows, короче, вышла. Ну. Через Сирус. Слава, а ты че, ёба? Че? А, Роман, ёба. Ну?
Ебать, пиздец, нахуй, денёк, сука, сегодня. Миша, ты заебал, ну ты исправь эту хуйню, ты чё вылетаешь по КД, ну? Ну чё там, Кирилл, центр-то торговый минировали, нет? Да, что-то нашли. А потом этого черта через час нашли. Нихуя. А чё там, чё, он реально заминировал? Да какая-то хуйня была самодельная там залупа, блядь. Ну один хуй же было, да? Ну что там было? Ну это один раз не пидорас. Это по-любому его на шмотку кинули, нахуй, на Сирусе, ебать. Да это что это? Торгово-развлекательный центр, караван, блядь, ебать. Там, блядь, площадь, ебанись, блядь, чтоб найти. Во-первых, он двухэтажный. Во-вторых, блядь... Там на территории, чтобы ты понял, внутри Макдональдс, каток, кинотеатр, блядь, там пиздец, нахуй. Там можно, блядь, я не знаю, потратить на дня, чтобы просто обойти все магазины, нахуй, блядь. В каждом пронаходиться по 30 секунд, блядь, и у тебя уйдет полдня, блядь. Он огромный пипец, я помню. Ну просто ебейшего, нахуй, размера. Миллион магазинов, супермаркет, блять, аптеки, хуеки, блять, все, что хочешь, нахуй. Все брендовые магазины, которые существуют, блять, там да, есть. Сейчас помню. Миша, что там у тебя, ёпта? Что там на территории, что ты понимал, Андрюха, ебать, два магазина Пандоры только, блять. Так я был там, я помню. Мы тоже с пацанами заходили, скуплялись. Кирюха, по-любому ты его ловил. Кого? Да этого черта, блядь, нашли, блядь. Сейчас охуенно сделали, повесили эти камеры. Называется «Безопасный город». Ну-ну-ну. Плюс к ним подвязали, блядь, гарпун. Это, блядь, розыск арест по машинам, блядь. И, блядь, машина только если проезжает, где-то камера ее бьет, ебать, сразу вот едет. Я когда на работе, в планшете в служебном пишет хуйню, что, ебать, по такому-то адресу была зафиксирована машина, которая разыскивается теми-то, блядь. Все, пиздец. Жопа писю, нахуй. Это в России такая хуйня вообще-то есть. Что у меня подозрение на вашу Украину. Версик, что там у тебя? Мы тебя одного ждем. Ну, Рома, что ты, блядь, опять паук? Опять тебя, блядь, вжалил паук, нахуй? Нет. В комплексе. Когда в России беда случается, у человека нихуя нету. А когда есть все. Миша, ты заебал, что вылетаешь-то? Напиши нормально, нахуй. У меня, скорее всего, как у Миши, не заходит вообще. Попробуйте кто-нибудь перезайти, любой. Один только. Ну, давай я перезайду. Все, у меня пинг 19. Зайдешь, подожди минуту, пока все прогрузится. Такая же херня была. Пиздец, ебать. Сейчас попробуем. Блять, Сирус задрачивает, нахуй. Пацаны задрачивают, ебать. Пока я пиво пью, задрачивают. Че за хуйня, блядь? Давай я, нахуй, пойду футболку от слюней, нахуй. От шорку заебали. Просто релогнуться или полностью перезапустить? Просто перезайти попробуй. Слышь, столовка, у тебя было такое, что ты спишь, блядь, на спине, нахуй, телек смотришь, нахуй, и во сне, короче, плюешься, нахуй. Не было, я вообще, братан, телек не смотрю, отвечаю. Ну, я боюсь телек смотреть, там такая пропаганда, я ебал. Не, просто, ну или хотя бы в кресле сидишь и просто... Не. Бывало такое, что ты на свалке просыпаешься, блядь, голый, нахуй. Кирюха, ну так у тебя точно у меня не было, братан. Во рту пересохло, понял? Тебя, блядь, ворона, нахуй, клюет в сиську, ебать. А ты даже кыш не можешь сказать, потому что язык к нему прилип. Кирюх, извини, ну как у тебя точно не было, ебать. Вот так, лежишь, я... Кыш, не было? Не, Кирюх, как у тебя не было, извини, блядь. Я вообще не бухаю, у меня такого не бывает. Да похуй, ебать. Ты не знаю, не знал, я перезашел, Вася, просто у меня вообще ноль лагов, нахуй. Даже, пинг вырос на 2, вот, сука, блядь. Ай, блядь. Был 19, стал 21, блядь. У нас ночью баба возле завода шаталась, блядь. Мы выходим, чё ты, блядь, тут забыла? Ну, там нельзя, типа, тусоваться возле входа. Она говорит, блядь, печень болит, говорит, дайте закурить. А мы не курим, нахуй, никто, блядь. Нихуя спортсмены, завод спортсменов. Угу. И продолжение истории. Ну чё, выгнали ее, блядь? Хуёво. Пригрозили, что трезвяк приедет, блядь.
пошла, пошкрябала. А там идти хули 5 километров до города. А хуйня делов, ебать. Мы раньше 9 километров, нахуй, в 9 лет пацанами ходили до города, нахуй. Ну так-то да, так-то это хуйня. В Питере жена с мамой, блядь, рэпера, блядь, убили, расчленили, по пакетам распихали. Нормально. Нормально, нахуй, рэпер прожил. Так и пидоров. А когда в пакете лежал, песню пел какую-то? Тихо-тихо, кто там рэпер, ебать? Пухающий, кто? Якса рэпер, пухнущий, пахнущий дед, ебать. Ха-ха, братан. Это завтра возле завода по-любому увижу, нахуй. Рэперов на свалку, блядь, рок рулит. Не, блядь, а кстати, рок-н-ролл вообще охуенная тема, да? Ну, опять же, тут на вкус и цвет, как бы. Бывают композиции хорошие там и там. Бывает хуйня и там, и там. Блядь, я на Порнохабе только по композиции хорошие встречал. Вообще похуй. Жена, конечно, не видела, но я видел. Прикинь, она увидит композицию. Я вообще ахуй. Васек, ну что там у тебя попустило? Чувака вообще там вина обновляется. Блять, ну раздавайте телефон, а интернет, я ебу, блять. Просто захожу, все на месте бегают и все. Я уже раз 5 перезашел. Подождать на него написал. Пацаны, ну фласка тикает, заебали задрачивать реально, блять. Ты посмотри, а кто это говорит? Миха, да? Где? У Суфа лагает. Суфа, это обновление Windows. Что? Ну ты-то чё, Вась? Да я из игры захожу, все на месте. Выйди бегаю, нахуй из игры, перезагрузи компьютер и зайди. Сейчас пробую. А если б Кирилл не сказал, ты так не сделал? Курите 5 минут, давай быстрее. У кого не заходит, у Версика, у Владимира то же самое. Перезагрузите компьютер и зайдите. Кирюх, а у тебя запасные легкие есть? Не. Ну в пизду туда курить надо. Не, ну я пойду поссать, чё. Пиздец, блядь, то понос, нахуй, то золотуха, нахуй, хуй поиграешь, блядь. Блин, ну-ка перезагрузил комп, сейчас попробую.
Помогло, Миш. В смысле, Васек, в смысле. Миша не заходит вообще, бля. А у тебя что? Васек, вам могло? Она что, прикол? Я, короче, это... Не заходила, что-то лагала, выключил Вуду. Ну просто аддон зашел, скиллы жмутся. Ну сейчас пусть попробую включить обратно. Мишаня, тебе помогло? Женек, заходи. Рассказываю, короче, зашел в игру, Кирилл, 14 тысяч пинг. 14к. Здорово. Ну, то нормально. Хилить уже, можешь, бля? Уже 7, кстати, подожди, сейчас, ну. Сейчас. Рома, у тебя долго там еще? Ну и Рома зашел. Слава Аллаху, блядь. Давайте выходим с АФК, раздупляемся. Нафиг ты стучишь, поехали. Извини. Слава, Рога Тога, Квазивер, Столовка, Войд. Дед, шо у вас там? Давайте раздупляйтесь. Саша, кто там, блядь, дрочит, нахуй? Алло, Сашка, блядь, прекращай, нахуй. Долбиться, то. Кирюх, надо, я блядь. Тут. Долби малет, нахуй, блядь. Кирюх, я тут. Ебать, Рога Тога теперь вылет. Вы что, задрачиваете, нахуй, лишу? Да вообще пизда. А я ж говорю, у всех одну в это будет вылазить. Только напрямую заходите, все. Женек, Слава, шо у вас там? Давайте быстрей. Слава. Слава, прием. Рога Тога и дед, шо у вас там? Шо не получается нажать подтвердить, блядь? Дед Рогос. Это этого выкидывать, блядь. Чек даю. Все были готовы, кроме Юрчела. Юрчела, шо там у тебя не получается? Тут нет. На пол дали, на столовку. Столовка, прием. Что ты там спишь, блядь? Шо, блядь? Шо, блядь, нахуй, человека убило, шо, блядь? ГП тебе въебать, шо, блядь? Давай. Босса, нахуй, забери, шо, блядь? На пульте на него, блядь.
дайте БР, Вася, подними. Терияки, нечаянно подними Юрчил. Сразу забафали их. Бафы сразу по ним дали. Каска, пристабаф, лапа, вся хуйня. Егор, вынес. Вася вышел. Кучно стали РДДшники. Приготовили. Сейчас будет сердце через 2%, 1%. Дед Гера пошла. Хуярим на все бабки. Поты, хуёты, бурсты отдали все. Мобов отстрелите этих. Только не сдыхайте, блядь. А верно. Моба этого на пульте. Терияки вышел. Искра через секунду. Поехали в искру. Аверн. Версик, обязательно тех, кто выносит черный, щитуй. Вася, на тебе искра. Я вылетел. Я это кто? Тинлау? Искру, да. искру, ребят, шустрее, блядь. По искрам все играем. Каждый дал по ней двойнюка, нахуй, она упала, все. Вышел лок. Быстрее к мелизоне, ближе беги. Куда ты побежал? Ты первый раз в льду пришел? По искре поехали. Залили искру, по боссу играем. Пук дракона, подними эрдру. Блять, все сдыхают нахуй. Я хуею, блять. Дед сдохнул, блять. Дед, встанешь? Забафали деда. И друида тоже забафали. Пристабаф крутаните, каску по ним, лапу, всю хуйню. Никита, тыкни листик. Никита дохлый, понял. Значит, дед, ставь, блядь, защиту от сил природы. По искре играемся, быстрей. У нас нету защиты от природы, я думаю, от чего люди нахуй дохнут, блядь. Верчело. Красиво. Верчело, что там у тебя не получается? Первый раз сюда с нами пришел? Или второй? Один водомир остался, можно падать. Можно падать. Зайдите все в черную лужу. А что, мы в 4 будем, да, хилов? Или 5 не будем? У нас 5 хилов. Ничего не чего лагает. А что еще говорить, когда прослакал? Лагает. А что хуйня? Да. Тише, Рома, подожди. Не печатай все. Кирилл. Что? Что такое? Что такое? Ты не можешь босса поймать, 2 человека у нас сдохло? Что такое? Блять, один сдох от меня, ну чё ты? 2 человека сдохло, 2 лока умерло, блять, 2. Нихуя не скажу. Кирилл, ну нечаянно в сове. Значит, нечаянно спекайся, блять, в хила. Куда идёт твой чё-то? Да, ну, нихуя себе. Я даже отрицать не буду, похуй. Я, блять... Кирюх, у меня, ну, дай ГП, да, я виноват. Все, закрой рот, блядь. Подходите быстрее сюда, поставьте рыбу, жрите ее. Давайте время нахуй не теряйте, блядь. Бля, слава дал Богу. Не, ну я просто не отрицаю. Андрюша, что там у тебя?
Мораль. А его в Дисе нету, Андрей. Кирюх. Он с Диса, походу, тоже вылетел. Интернет или свет? Блять, меня эта хуйня калит, нахуй, блять. Лаги, хуяги, выкидывают. Обновы, блять, по 2 часа качают. Люди играют, сука, с калькулятора, нахуй, в 21-м году, блять. Нытики вот эти мне, которые пишут всякую хуйню в ПМ, блядь. Это я, да. Как там хилит, кстати, Владимир хилы? Да вчетвером хилили, я не знаю, почему нечаянно в сове был. Забыл, наверное. Не, имею в виду, это новая радость, как хилил, нормально? Что-то я удалил рекламу. Сейчас посмотрим. Можно сказать, что не хилил. Вообще не хилил, а. Оно слава больше в ШП нахилил. Пиздец, конечно. Ебать, Миша, ты вообще хуйню чудишь. Слава. Дай 200 ГП, нахуй. Короче, я даю всем 550 ЕП. Понедельник будет допронос. Это, блядь, не рейд, а чистая хуйня, ебать. Кто? Тот лагает, тот обосрался, тот обоссался. На понедельник события создал, подписывайтесь все в час дня. Завтра, послезавтра, если рейды какие-то будет, Слава будет вводить, пускай создают события, подписывайтесь. Чё завтра хотите? Накс с ОС-ками Сока или Ульду 10? Кирилл, чё? Всё, что ли? Да, конечно, всё, блядь, по 20 минут стоять возле каждого босса. Нахуй надо. Это не рейд, а чистая хуйня, ебать. Ну, тот вылетел, блядь, тот не вылетел, тот обоссался, тот обосрался, блядь. Обнова, остров, просто вот это все сложилось и все. Чистая залупять она, блядь. Сегодня кто допоздна играет, кто типа не с Дальнего Востока, Ульду 10, кто пойдет? Поведу паладином. Во сколько по времени? Блядь, ну не знаю, или в 6, или в 7. Сейчас заебал. Слайд.
Сейчас посмотрим, не знаю. Но я потом отпишу, буду собирать. Да хули потом, блядь. Да это он, да.